там полоса разгона, выезжаем осторожно. Я думаю, что она еще чем-то получше даже Toyota 200. Она более устойчивая и посадка сзади удобнее. Обычно в рамных внедорожниках, там где вся рама, сиденья подняты до неудобного положения для пассажира. Сейчас едем все время прямо, можно перестроиться. Отличается, у них типа есть. Ну так извините, она и стоит в базовой комплектации 100 тысяч евро. А за что там базовой платить? А ничего в ней нет. Она пустая. Давайте я вам покажу, как работает система удержания. Вот я ее активировал. У вас на проекции появилась машинка с двух сторон полосы. То есть машина поймала две полосы. Так, секундочку, вот так сделаю. Вот так. И вот так. Все. И если мы теперь чуть съедем с полосы, что она сделает? А вот мы попробуем, например, вот руль вправо, он не дает, и возвращает руль обратно. Шикарная вещь. И плюс, если вот активирован и адаптивный круиз-контроль, и удержание в полосе, она будет равняться и повторять все маневры, как впереди идущий автомобиль. То есть, если какая-то ямка, неровность, машина она будет впереди объехала, ваш автомобиль также повторит этот маневр. Она же недолго так будет держать. Она попросит вас подкорректировать, потому что это все-таки не автопилот, а контроль полосы. Он контролирует и при небольшом повороте немножко скорректирует, но он полноценно всю дорогу вам не может управлять. Давайте перестроимся в правую полосу. Также, если будете перестраиваться без поворотника, он будет отбивать руль. В смысле отбивать руль? Будет вибрировать. Давайте вибрацию. Что мы типа съезжаем с полосы, да, а не поворачиваем. Верно, да. Сейчас правую полосу занимаем и будем разворачиваться на этом мосту. Мы будем перед ним направо ходить. Мне нравится. Мне Lexus всегда нравится. Сейчас попробуйте в повороте вот на такой скорости войти. Она очень комфортно поворачивает. Ну да, не заносит сильно. Сейчас подвеска расслаблена, ее можно зажать. Давайте я сейчас Sport Plus сделаю. Нам налево. Чувствуете, сразу же начинает подхватывать. Осторожно, здесь нужно будет отступить дорогу. Страшный поворот. Справа быстро ездит. Справа чисто. Ну, да, да. Звук такой приятный. Ой, ничем не хуже Porsche. Вот у нее нету задержки. Там. А у нее звук настоящий или тоже можно регулировать? Нет, здесь такого нет, только настоящий. То есть, какой вот какой есть из трубы, такой и есть. Да? Вот этого всего электронного гаджетов таких, типа сделать, как в Land Rover, такой трактор сзади. Нет, в Rix'е нет. Ну, ну не надо. Сейчас у нас полоса разгона будет, можно смело выезжать. Нет. Не тормозит? Не тупит? Плюс еще и дизель. Дизель же он больше...